Мы же кто? Мы же простые продукты, мы чистый вкус. Вот Алиса, например, Хариус. А я лайм. Да, лайм. Да. А я гарум. Это результат работы специальной плесени над маленькими рыбками и их плавниками. Это такой соус. И вот, только все вместе мы вкус. Я нашел своего Хариуса. А вы свой гарум. Может, со стороны кажется, знаменитый отец, художник, женихи вьются. А узнают и... Что узнают? Про бедность нашу. Алиска влезла в долги. С квартиры съезжает на следующей неделе. Мы с матерью тоже вот наш дом продаем. Она мне ничего не сказала. Кредитов набрала. А живет непосредственно. Плачет ночами. Не, ну подождите, а интернет, она же там зарабатывает что-то. Все коллектором. Спасибо, ты приехал. Покормил. Вообще, я знаю, что это такое, все потерять, там, бизнес, все, вот это все. В общем, знаете что, давайте так, я развожусь, дом со своей женой я делю, и я Алису к себе забираю. Хотите с нами жить? Я много ем. Я много готовлю. Пап? Алиса, рыбка моя. Это святой человек. Севиче. Просто песня. Выходи за него, я вас благословляю. У вас что-то происходит вообще? Хватит тратить время на кобелей. Иди пока выгуляй его. Проветри точно. Дурдом какой-то.